сейчас прям закрыть бабушку. Вот и все, и закрыли бабушку нашу. Ой, космические летели на эту бабушку. Так, надо этот закрыть. Вот так вот. Клеенки зажимать. Не летел клеенки у нас. Ну и все, и закрыли. И промокнет она нас. Она у нас. Пошли мы бабушки нас, все. Закрыли, спрятали. Чего у них там байки? Ну, вот это все. Пойдем помочь. Наша бабушка. Сейчас приду. Я вот. Я вот. Ешь, у меня это вот там внук, не жена внука, а это правнучка. И сестра милосердия. Так, нам надо это, тут и туда на стол-то. А что приносили вчера? Где? Ты выбросила, что ли? Нет, колбаса вот. Ну и вот и все туда нести тогда колбасу, надо. Сыр нарезать. Сейчас мы все вынесем. Мобонку. А как там открывается это? Чего? Мама. Я не знаю. Я тут, кстати, бабушка будет лечить. Да. Там она сидит, видишь? Просидела ночью и простудилась. И не простудилась. Я
Цыганятки идут, детятки. Нет, а где встанет у нас бабушка какая? Ой, какая она у нас сидит, 40. Ой, она заболел ведь у нас, да? Где доктор-то у нас? Пускай лечит бабушку-то. Кричи доктор-то. Доктор! Иди, зови доктора. Доктор, пришел. Доктор, лечи бабушку, ведь заболела. Лечи, доктор, бабушку. А то совсем она у нас плохо стала. Нашей бабушке. Так, позвольте посмотреть вашу. Доктор. Доктор лечит бабушку-то у нас. Доктор лечит. Это, Анна, Таньку крикнул бы, да, Марюшкину-то. Дышит плохонько. Плохонько дышит. Наверное, помрет она у нас, доктор. Укольчик чай ей сделай. Делаю. Бабушке-то сделай-ка, чтобы она у нас выздоровела. Ой, бабушка-то, ой, бабушка-то, я уж не умираю у нас. Бабушка-то умрет. На кого она нас оставит вас? Маленьких внученьков-то. Бабушка ведь плачет к тебе, ты что им ничего не скажешь? Внучки-то, внучат-то плачут. Давай, доктор, другой укольчик делай ей, чтобы уживел наша бабушка-то. Вот какая бабушка-то у нас. Ой, ничего, помогло, что ли, ей, доктор? Сейчас посмотрим. Посмотри, доктор, бабушку нашу. Бабушку-то. Че, плохо совсем, баб? Да. Плохо. Очень плохо. Очень. То на что у нас помрет? Посмотрим температуру. Плохо. 49. Да ты что, доктор, ты что? Наша бабушка умирает. Умирает ведь она у нас. Чё она нам ничего не говорит? Ой, какая она у нас бабушка, миленькая. Помирает она, уж руки-то позеленели у ей, вон посинели все бедненькие. Чё мы себе будем делать-то? А? Чё мы ей скажем? Чё она нам ничего не отвечает, бабушка-то? Где же у нас все? Очень плохо. Ужасно плохо. Ну, сейчас уж маленько подождем. Может, живет она у нас. И ножки ей проверь, доктор, проверь. Ой, плохо. Плохо? Очень. Смотри. Думаю, следует ее положить в постель. Постель положить? Да. Ну, давай положу в постель, доктор, раз бабушка-то. Давай мне. Нет. Вот, ну, комары. Помогай. Ой. Да, невестка, помогай бабушку свою. За ножки. Чтоб сапожки там не слетели из нее. Ой, бабушка, плохо как тебе. Мы тебя сейчас положим на постельку. Может быть, получше тебе. Ой, бабушка. Что уж это ты нас уставляешь от них? А? Бабушка, ты что такая у нас? Озябла, что ли, совсем? А не озябла еще. По-твоему, она может потеплее ей будет. Может, озябла она у нас совсем. Замерзла бабушка. Вон как холодно. Наверное, зябло нам у нас. Надо ее одеть, согреть ее. Ой, какая бабушка у нас. Плохая стала совсем. Так.
Бабушка помирает, ведь плохо с ней. Да, чего? Совсем плохо. Совсем плохо и стало. Чай лечить надо. Да доктор-то он лечит, никак не вылечит у нас. Ну, чай еще лечить. Еще не озябло, наверное, надо теплее одеть ее. Ну да. Сколько ей уколов наделали, и не помогает ничего. Сейчас еще один-то будет посильнее-то. Ой, Манюся, давай тоже мы ей положим. Правнук-то надо положить ей. Правнук-то надо положить, он может погреть ее. Правнучек-то. Бабушку-то. Вот, все, вместе. Вот правнучек лежит с бабушкой. Правнучка. Чай полегчает. Да, может полегчат ей. Видишь, сколько внучат вдоль ее крутится, и никак. Идем, пойдем. Плохо, очень плохо. Очень плохо. Ох, какая бабулька у нас. Совсем плохая. 50 уже. О, это совсем уже смерть настает. Смерть настает бабушке нашей. Катя, бабушка у нас помрет. Что делать-то будем? Плакать? Да? Вот какая бабушка. Машка, совсем плохо бабушке, совсем бабушке плохо. Никак доктор сколь уколов сделал и ничего не сделал. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй, какая она у нас. Ай, вот ведь какая она... бабушка-то. И правнучка-то не греет ее, и правнучка пожалеет, видишь, как вдоль ее. Плохая. Совсем плохо. Ой, комары забрызгали. Маленькая девочка у меня. Где-то спрейдол надо... Дыхание очень плохое. Плохое дыхание, плохой доктор дыхание. Вот, совсем никудышно. Вон как плывет, все стоят внучки вдоль ее, у бабушки. Да ничего не сделаем. Вот, а, горюет бедную, у бедной бабульки все. Но ничего не помогают. Катенька, пожалей-ка бабушку, пожалей-ка ее доченька, пожалей-ка. Ой, какая бабушка. Ой, какая ты, мол, бабушка, ты на кого нас оставишь? Много, мол, нам денежку дала. Ничего она не дает и ничего не говорит, да, Катенька? Ой, какая она. Ой, бабушка. Она, наверное, правнучку все оставила. Что нет, она? С собой забрала. И с собой все унесет. Ох, какая бабушка. Жадная. Ой, какая. Наверное, жадна наша Аннушка была бабушка-то. Нет, не может быть, что она жадная. Да, не может быть. Она уж у нас добрая. Добрый была. Добрый. Была добрая. Ой, была вот добрая, ты не стал добрый-то. Аннушка была. Нет. Не должна бы она уж... Все. Она оставила на наследство, оставила кое-кому. Все, совсем доктор залечил и никак не вылечит у нас вон. Все, уж хватит. Вылечит. Все. Нет, а может, вылечит. Не полежит до завтра, полегчает, может, да? Нет, навряд ли ей полегчает. Ну как, доктор, умрет? Альш умерла? Да нет, что еще вы что? Жива, она жива. Еще нет, живая. Нет, еще живая. Ну-ка, сейчас посмотрим жива. Тут. Жива еще, доктор, нет, жива. Нет, еще живая. Ой, жива еще. На... Еще теплится в ней тут. Да, ей наш теплица. Живет. Ее надо одеть. Комары, нет, комары кусают. Надо тебе спрей найти. Может, надо, еще выздоровеет. У меня такая ерунда, не знаю, что она. Это что, мать? Выздоровеет, ну, да. Жидкая. Так мы напачкаемся. Ну, намазала, вроде бы ничего. Да вот ой, и маленький кусает девочка у нас. Я взрослую. Ребятишки, как хорошо. Какие молодцы. Ребятишки-то у нас. Да. Прям молодцы. Ага, вот видишь как. Там а то некое. Помогает, как ей вон. Аннушки. Вот как. Раз. Ой-ой-ой. Вот это, доктор, вот это молодец. Да, ой, доктор, лечи, доктор, внученька, лечи свою бабушку, да, лечи, вылечить, лечи, бабушка. Вылечить надо. Ничего не помогает вот нам, да, Катенька? Ох, какая бабушка наша.